Они верны древним русским традициям, которые хранили на протяжении веков. Община старообрядцев из Оренбурга радуется завершению строительства нового просторного храма. О последних этапах возведения церкви, а также о совместной службе в сюжете наших южноуральских коллег. Храм обретает крест. Как раз над ним сейчас возносятся купола. Оренбургские старообрядцы ждали этого события более 8 лет. Но перед тем, как купола взмыли в небо, в храме святых бессеребренников Козьмы и Дамиана прошла праздничная служба. Ее возглавил специально приехавший древнеправославный патриарх Московский и всея Руси Александр. Он часто бывает в Оренбурге, и здесь его привлекает трепетное отношение к древним русским традициям. Город казаков, русских, так сказать, людей, вот, крепких таких, в вере и во всем отношении, так сказать, очень хорошие люди. Я очень уважаю. Я давно сюда езжу, так сказать, в город Оренбург, вот, и очень уважаю этих людей. Действительно, прихожане хранят старинные традиции не только в молитве и церковном служении, но даже в одежде. Мы даже пошили себе сарафаны, такие вот, как вот носили в ту эпоху. Вот, очень удобные. Вот, на первый взгляд они кажутся тяжелыми, а на самом деле настолько легко они спину держат, настолько легко вот в них вот молиться, что их просто снимать не хочется. Даже недостроенный храм с трудом вмещал всех желающих. У древнеправославной церкви с каждым годом становится все больше и больше последователей. Когда ходишь в храм, и в семье все хорошо, и вообще во всех. Именно поэтому с наряду уже действующим храмом появилась необходимость в строительстве второго, более просторного.